Жили-были два бизнесмена – Иван и Сергей. У Ивана бизнес рос, а Сергей еле концы с концами сводил. Встретились они как-то. Иван хвастается. Дом построил, машину купил. Сергею похвастаться нечем. Не печалься, тебе поможет кэшбэк. Кто такой кэшбэк? Как с ним познакомиться? Кэшбэк – это бонус, который ты даешь покупателям. Он уменьшает их затраты на покупки. Они становятся постоянными клиентами. Рекомендуют друзьям и знакомым. Ты получаешь новых клиентов, увеличиваешь доходы. В моем бизнесе можно применить кэшбэк? Да, его могут использовать все, кто связан с продажей товаров и услуг. Сергей применил кэшбэк, и в первый месяц доходы выросли на 12%. Узнайте, как начать применять кэшбэк. Получите бесплатную консультацию в Скайпе уже сегодня.